Слава нашему Господу! Тема, которой сегодня я хочу коснуться, я ее назвал «Духовное ожирение и соль». И мы коснемся на самом деле очень серьезного этапа жизни и развития каждого человека, который приходит к Богу, который кается, который становится с ним в завет, и по прошествии 5-6-7 лет вдруг начинает что-то происходить. У кого-то раньше, у кого-то позже, средний такой промежуток я назвал. Люди начинают жиреть, они начинают становиться самодостаточными такими, очень все знающими, и вообще в Ханаан, вошли. И Парашат Шаво, которая была сегодня, так совпало с той темой, которую я готовил. Давайте мы откроем книгу Дворим, Второзаконие, но я буду читать из другого перевода. Вы следите по синодальному, то, что у вас есть. А я вам зачитаю тот же текст, это Пятикнижие Моисея, выпущенное под редакцией профессора Брановера. Это еврейский перевод, и он более точно отражает то, что написано в тексте на иврите. Поскольку я сегодня проповедую на русском, я просто зачитаю вам этот перевод. Место Писания. Да, сейчас я скажу. У меня еще чуть-чуть, я тут хочу пару слов сказать в начале, так, чтобы как-то плавно нас подвести к этой теме. Дело в том, что когда люди становятся чадами Божьими, в их жизни очень часто остаются отголоски, атавизмы такие, с прошлой жизни. И некоторые приспосабливают их, делая заплатку. Кто-то прикапывает их, думая, что оно само собой рассосется. Но все то, что мы не вычищаем из своей жизни, в итоге становится потом твердынями, такими затвердевшими местами. Это становится потом проходами в нашей жизни, туннелями, через которые может попадать к нам враг и доставлять нам беспокойство. Дело в том, что то, что много-много лет подряд мешало нам приблизиться к Богу, люди не хотят с этим расстаться, когда приходят к Нему. Не зная, почему потом в их жизни нет победы, нет прорыва, нету благословения. Мы должны понять, что наш Бог – это Бог-ревнитель. Бог не делит ни с кем вообще территории, даже чуть-чуть не дает. На мой взгляд, в современном понимании верующих людей, Бог, Он такой очень толерантный, какой-то такой все можно, На самом деле, любовь Божья настолько большая, Его милость настолько огромная, что нам трудно себе это представить. Но создается впечатление, что мы как будто бы жиреть начинаем. Я сейчас буду текст читать, вы поймете, что это не придумано мной. Именно этими словами пользуется Бог, когда обращается к своему народу. И если мы его народ, то, конечно, это слово к нам. И если у нас все в порядке, друзья, то слава Богу, что это слово тоже к нам, потому что, это будет хорошей, доброй профилактикой, чтобы не заболеть, чтобы не началось оно. А если у кого-то началось, то это будет как раз то время, когда зазвенит колокольчик, колокол, и пробудит человека, как-то протрезвит его. Может быть, кто-то скажет, это и есть в моей жизни, и мне надо срочно принять какие-то меры. Вместо того, чтобы убирать то, что нам мешало приблизиться к Богу, но мы все-таки приблизились, почему Он сделал шаг навстречу.
Он преодолел тот барьер, который нас с Ним разделял. И этот барьер Он разрушил жертвой Своего Сына. Я хочу, чтобы слово «жертва» Иешуа Мессии как бы врезалось у нас в память на время вот этой проповеди, потому что мы еще вернемся к этому определению. Потому что без жертвы невозможно было преодолеть это. Человек вообще не мог это преодолеть. И Бог делает шаг навстречу. Бог кладет в жертву Своего Сына. Есть такое одно понимание, я думаю, оно даже не будет каноническим в иудейских кругах, но есть как бы такая версия. В книге «Бытие», книга вообще «Бытие» начинается с слова «берешит». Помните, да? И есть разбивка такая. «Бар ашит». Слово «ашит» означает «положить». В третьей главе потом встречается это слово в стихе, когда Бог говорит, что «я положу вражду между семенем твоим и семенем ее». Как раз используется вот это слово «ашит». «Я положу вражду». То некоторые считают, что в самом начале сотворения Бог положил Своего Сына в основание всего того, что потом идет после слова «берешит», да, разбивая его на два слова «бар-ашит». «Сына положил», придают такое вот толкование слову «берешит». Понимаете, о чем я сейчас говорю, да? Можете считать это свободным мидрашом, но все-таки он помогает нам вникнуть немного в суть мироздания и природу вещей, внутри которых мы себя обнаруживаем, когда приходим к Богу, когда начинает у нас появляться понимание, видение, слышание. Ведь до этого мы жили как слепые и глухие, да? Ведомые своими похотями. Об этом очень много говорится в Брит Хадаша, в Новом Завете. Но когда мы приходим к Богу, вдруг открываются у нас глаза, мы как будто прозреваем. И мы обнаруживаем себя внутри вот этого мира, который, оказывается, еще имеет духовную основу, а не только материальную. И для того, чтобы качественно прожить в этом мире, на этой земле, безусловно, нам нужно, чтобы духовная составляющая, наш внутренний человек мог помыться, переодеться, и дальше жить или идти. Что слово «ходить путями, стезями, дорогами», да, это все означает образ жизни, который зависит от нашего образа мышления. Как я мыслю, так я и живу. Такая вот связь. И вот если мы, открыв свои глаза, придя к Богу, продолжаем оставаться или сохранять, знаете, в кладовке, законсервировали в банке, вот, вредные привычки, грехи там какие-то, или то, что мы думаем, ну ничего, пусть постоит, там, пригодится потом. Все это начинает как бы влиять на человека. Писание ясно показывает, что вообще в этом мире нету нейтральных категорий и вещей. Может быть, я кажусь радикальным в этих вопросах, но так я устроен Богом, так что если кому-то я кажусь радикалом, все претензии к тому, кто меня соткал в утробе матери моей. На самом деле, когда мы способны, мы можем понимать, что да, есть оттенки, есть какие-то там, это понятно все. Но для того, чтобы выявить для себя, где правда, а где ложь, вот как отделить правду от лжи, скажите мне. Если там лжи, 0,5%. Все остальное правда. Легко это сделать? А? Я когда-то вам приводил пример, ну, в силу технического образования, наверное, я такие примеры люблю, но они очень наглядные. Вот представьте, у вас есть золотой слиток, 4 девятки.
Ну, вы на него посмотрели. А на завтра вам покажут другой слиток, в котором есть 0,1% примеси другого металла. Вы отличите на глаз один слиток от другого, килограммовый? Конечно, нет. А на следующий день 0,2% слиток. А на следующий день 0,3%. Так мы дойдем до 1%, но даже 1% на глаз вы не сможете определить. Но если вам через 10 лет показать первый слиток, и который сейчас, если их показать как бы без первого слитка, то вы скажете, ну то же самое. То есть вы постепенно, понимаете, да, не имеете уже 4/9. И вот если вам через 10 лет принести и показать первый слиток, вы скажете, ого, так это ж не то. Скажете или нет? Потому что это будет уже не то. На глаз уже даже видно. Понимаете, то, о чем мы сейчас будем говорить очень часто, видно уже на глаз. Все равно человек себя уговаривает. 32 глава Второзакония. 32 глава Второзакония. С 8 по 15 стихи я буду читать. Но я читаю вам по-русски, но это перевод не синодальный. Второзаконие 32:8-15. Когда Всевышний давал уделы народам, разделяя людей, установил Он границы народов по числу сынов Израиля. Ибо доля Бога – народ Его. Иаков – область удела Его. Нашел Он его в стране пустынной и в хаосе воя пустыни. Ограждал Он его, опекал его, берег его, как зеницу ока своего. Как орел стережет гнездо свое, над птенцами своими парит, расставляет крылья свои, берет каждого, носит на крыле своем. Бог один водил его, и нет с ним богов чужих. Возвел он его на высоты земли, и ел он урожай полей. И питал он его медом из скалы и маслом из кремнистого утеса, маслом коровьим и молоком овечьим, и жиром ягнят, и баранов из Башана, и козлов, и соком отборной пшеницы. И сок шипучий винограда пил ты, и разжирел Иешурун, и стал брыкаться. Разжирел ты, растолстел, раздался, и оставил он всесильного, создавшего его, и поносил твердыню спасения своего. Амен. Поносил твердыню спасения своего. Вы скажете, ну как это может быть сегодня? Давайте вспомним слова Иешуа из Нового Завета, когда он говорит, что эти люди, они устами приближаются ко мне, а делами отрекаются от меня. Понимаете, это не нужно, чтобы человек отрекался, там, провозглашая что-то от Бога. Достаточно, если он будет это делать. И это намного будет больше, чем если бы он что-то там сказал по неосторожности. Небольшой комментарий я хочу дать. 8 стих. По числу сынов Израиля здесь написано. Мы с вами хорошо помним, что Тора упоминает в 10 главе книги Бытия 70 основных народов. С 5 стиха, если вы будете читать книгу Бытия, 10 глава, вы насчитаете там 70 имен. От этих имен населилось, написано, все острова, все земли. Поэтому, по большому счету, есть 70 народов, внутри которых есть там еще как бы по семьям уже, знаете, племена там, диалекты. В языках это уже разница видна, но считается основных 70 языков. 70 народов, потому что 70 душ вошло в
Египет по числу сынов Израиля, то есть детей у Иакова было 70 душ, когда они вошли в Египет. По количеству его детей, когда Всевышний давал уделы народам, разделяя людей, установил он границы народов по числу сынов Израилевых. Мы с вами хорошо знаем, что в праздник Суккот совершается самая сложная система жертвоприношений, и там просматривается динамика. Кроме постоянного жертвоприношения утром и после обеда, еще приносится в жертву в первый день 13 быков, второй день 12 быков, третий день 11 быков и в седьмой день 7 быков. Когда вы в столбик посчитаете, за неделю праздника Суккот приносят 70 ровно быков. Восьмой день называется Шмини Ацерет, как бы день остановки, когда все замирает. И в этот день приносится один бык. Там скачок виден с 7 быков на одного. Все остальное, тельцы, агнецы однолетние, козел за грех, все остальное там, понятно, вино, масло, возлияние, плюс мука пшеничная, все это по количеству вот этих жертв. Но смысл в том, что еврейский народ действительно является народом первосвященников. И в течение всей истории, пока существовал храм, каждый год еврейский народ совершал это жертвоприношение на Суккот. Более того, все это покупалось на средства общины Израиля. Таким образом, даже те народы, которые воевали против Израиля, которые приходили, чтобы грабить евреев, все равно, потому что Бог так сказал, продолжали приносить жертвы и за этот народ в том числе. Понятна это, да, идея? И поэтому я сейчас долго эту тему не буду объяснять. Связь как бы вот с 8 стихом разделил по числу сынов Иакова. Понимаете, это явно просматривается вот момент, что у Бога все настолько точно, настолько взвешено, настолько правильно. И потом Бог говорит, но Израиль – это доля моя. Знаете, что такое доля? Часть. Конечно. Причем мы понимаем, да, что для себя Бог берет хорошую, правильную долю. Он не ошибается в выборе. У многих людей есть претензии к нашему народу. Упрямые, такие, такие. Ну да, мы такие. Бог тоже это знает. Он же в Библии это написал. Медный лоб. Тугая шея. И людей раздражает. Ну что ж такое? Ну никак эти евреи не примут. Обождите немного. Примут. Терпение чуть-чуть совланут. Это качество Бог использует, чтобы сохранить. Слово сохранить. Чтобы не растворилось, вот, знаете, как бы сердцевинка это. Вы представьте себе, наш народ прошел через Галут 2000 лет. Это просто лоэуман. Это трудно представить себе. 2000 лет. И не растворился. Не ассимилировался. Так, чтобы исчезнуть. Понимаете, о чем я говорю? Это промысел Божий. Это больше, чем политика там. Вся эта мышиная возня на мировой арене. Это Бог, это Творец управляет всем. В этом месте как бы негласно звучит первая заповедь. Помни Господа Бога твоего, который вывел тебя из дома рабства твоего, из земли египетской. Я хочу дать особый акцент на эту первую заповедь, потому что
Почему люди жиреют, как тут написано, ожирели, дважды сказано. Они забывают первую заповедь. И сегодня, когда мы живем и посещаем современную общину, люди по прошествии какого-то времени просто начинают забывать, в каком состоянии их нашел Бог и где они были в тот момент, когда их нашли. И здесь написано, что он нашел среди хаоса пустыни. Используется в иврите то же самое слово, которое в книге Бытие. Тогу. Помните? Тогу вавогу. Я, чтобы не быть по памяти, да, вот просто прочту вам начало. У меня второзакония нету у меня. Ладно, дайте мне Хана Берешит, открой мне там. Отхала, мамаша, отхала. Туда. Берешит бара Элохим эт гашамаим ве эт гаарец ве гаарец айта тогу вавогу ве хошех аль пней тогу ве руах Элохим мерахефет аль пней гамаим. Вот здесь написано, что когда Бог сотворил небо и землю, она была как бы неупорядочена. Это был хаос, понимаете? Тогу вавогу. И здесь используется среди тогу мидбар, понимаете, среди вот этого хаоса пустыни. А дальше написано среди воя. Понимаете, наша жизнь до того, как мы приходим к Богу, похожа именно на это. Хаос, вой, беготня, какое-то движение непонятное. Там ветер, там песок, тут змеи какие-то жалят. В общем, одна опасность кругом вокруг, да? И тут вдруг раз тебя находят, подлечили тебя, помыли, как все тут написано, да, молоком овечьим, маслом коровьим откармливал Бог. Это же Бог откармливал. Но мы же когда кушаем, надо предел знать, так или нет? Я думаю, вы помните, что два таких вот основных греха, которые проходят через Новый Завет – ну, естественно, они встречаются в Танахе. Это переедание, обжорство и блуд. И это, конечно, сегодня мы уже знаем, связано с определенным воздействием на мозг человека. И одинаково воздействует, принося удовольствие, переедание, ну, как бы еда, вот кушать. И вот это дело. Бог хочет, чтобы мы управляли внутренним своим человеком, воздействуя на наружного. Понимаете? И да, он дает нам молоко, написано жир, ягнят. В русском написано тук, правильно? И у многих возникает, а как же тук? Тук же запрещено кушать, помните, да? Тук сжигать же надо. Кто помнит, что тук надо сжигать? Так вот, в иврите написано «шемен», там написано «жир». Есть «шемен», есть «шуман», но это тот же корень. Так вот, «шуман» – это тот жир, который находится в мясе. Так? А «хелев» – это тот жир, который пленкой отделен, внутренний вот этот жир. Как бы он отдельно всегда, кусками такими внутри. Видели, я думаю. Вот этот нельзя кушать, который в пленке отдельно. Вот это, и это то, что у нас в русском то и то тук. Поэтому в иврите слово хелев, один и тот же корень слова халав, молоко. Да? Причем, когда мы читаем свиток, нету как бы разницы между хелев и между халав. Понимаете? Только огласовки, которые появились в X веке. А так, абсолютно два одинаковых слова. И понять мы можем, читая только лишь контекст. Так вот, это слово
вот это, оно означает не только жир внутренний, оно еще означает деликатес, лучшее произведение, которое можно употребить в пищу. Понимаете, да? И это тоже зависит от контекста. Поэтому, когда написано, что ты будешь кушать тук земли, имеется в виду, ты будешь кушать лучшие произведения этой земли. А эта земля, вот израильская, она названа Арет Зават Халаф Удваш. Земля, текущая молоком и медом. То есть, и комментаторы все говорят, что это лучшая земля на планете. А тут камни одни. Но тут все растет, тут, понимаете, вот Бог благословляет. Я когда-то вам рассказывал, до того времени, как сюда пришли евреи, посмотрите, никто не поселился за 2000 лет нормально на этой земле. Почему? Ничего ни у кого не растет. Факт. Арабский шейх это говорит. Понять уже пора давно всем. Евреи пришли, все растет там по 5 урожаев в год. А у других нет. Почему? Подсказываю. Из камня мед давал. Да, как бы из ничего вроде бы, да? Илеем из твердой скалы. Тут написано. Да, да, да. Маслом из кремнистого утеса. Мы должны помнить, где мы были, чем мы питались. Как мы жили? Для чего? Чтобы ценить то, что дал нам Господь сегодня. Еще говорит, когда приду, найду ли веру? Он говорит, что признаком церкви последнего времени будет то, что любовь охладеет. Нет ничего хуже, когда любви нет. Понимаете? Вот представьте, живут люди в браке, и любовь остыла. Это же мучаются люди, наверное, да? Значит, что надо делать? Собирать дрова и подкладывать в огонь. Все же понятно. Надо возогревать этот брак. Активная позиция должна быть. Понимаете? Само по себе ничего не будет. В отношениях с Богом то же самое. Он сделал максимум из того, что можно было сделать. Сына своего положил в основание наших с ним отношений. То мы тоже должны немного шевелиться. Мы тоже должны что-то положить на алтарь общения. Мы же кладем на алтарь братского общения что-то. Правильно? Вот мы в гости идем друг к другу, с собой что-то берем всегда. Правильно? Ну, не принято как бы с пустыми руками там и так далее. Или кто-то к нам приходит, мы стараемся как можно лучше принять людей. Так или нет? Почему? Ну, у каждого свои причины. Не буду отвечать на этот вопрос, ладно. Но мы кладем на алтарь общения что-то. Иешуа тоже говорит, я стучу у двери, я хочу войти, и тот, кто откроет мне, я войду и буду с ним вместе кушать. Трапеза – это время, когда люди могут расслабиться и спокойно поговорить о чем-то. Знаете, очень неловко сидеть за пустым столом, надо хотя бы чашечка кофе, чтобы стояла. Мы должны положить что-то на алтарь общения с Создателем, друзья. Он дает нам все. Мало того, что Он отдал Сына, Он питает нас. Он заботится о нас, одевает нас. Наступает время. И человек начинает толстеть, разжирел, иешурун. Кстати, вот это слово «Иешурун» – это имя Израиля, но корень этого слова «Яшар», то есть он был достаточно прямолинейным, таким вот, знаете, бескомпромиссным, а сейчас разжирел, раздался, вот здесь такой перевод хороший, раздался и оставил Всевышнего. Как бы, зачем ты мне нужен сейчас, Бог? У меня все есть, короче. Но это все Он тебе дал. Сегодня, когда мы находимся в собрании, когда мы находимся в общении, мы не должны позволять себе превратиться в духовно
разжиревшего такого, знаете, растолстевшего и раздавшегося ленивого брата или сестру, который там как уже сидит, вообще ничего не хочет. Там, попробуй ему скажи еще что-то. О, мешаешь мне. Я так сижу, дремаю, хорошо мне. Очень часто в жизнь таких людей приходят испытания, трудности. Для чего? Ну, чтобы жирок сбросил. Понятно это, да? Чтобы шевелиться начал. Проблемы, стресс. Некоторые, правда, в стрессе едят много. Но Господь, Он же может и урезать пайку. Очень легко. Понимаете, все в Его руке, все зависит от Бога. И люди думают, что такое, так было гладко, так сытно, так хорошо тут раз. О, наверное, что-то не так в собрании. Или, может, там вот этот брат, или там служитель. Там, знаете, ищут проблемы снаружи. А Бог любовью своей спасает человека из вот этого состояния Лаодикийской церкви, понимаете? Когда она думает, все у меня есть, я богатый, духовно богатый, все знаю, все умею. Одежда, еда, золото. Иешуа говорит, слушай, ты голый, больной, слепой, и вообще жалко на тебя смотреть. Иди сюда, я тебе продам одежду, мазь глазную тебе дам, чтобы ты глаза помазал, а то совсем уже плохой стал. А люди вот в этом состоянии, им кажется, ну все, как бы достигли мы. Друзья, мы достигнем только тогда, когда перейдем реку. Понимаете? Для нас это, тут два варианта. Либо мы умираем, да, и соединяемся с Господом, и свой Иордан мы тоже перейдем. Вот водораздел между жизнью и жизнью вечной лежит водораздел. Для нас эта речка называется смерть. Но ее надо перейти вброд. Каждому. Пока только два человека взяты были живыми на небо. Или придет Господь, и тогда написано, мы вмиг изменимся. Но я тоже об этом месте думал. Вмиг изменимся, может быть, умрем и сразу воскреснем. Не знаю. Почему я так думаю, есть в другом месте же стих написано, человеку суждено один раз умереть, а потом суд. Получается, каждый должен как бы вот эту дорогу пройти. Просто у кого-то будет брод подлиннее, у кого-то покороче, а кто-то вообще там перебежит как-то быстро по мелкому месту. Может быть, не знаю. Но главное в том, что живя на этой земле, мы не можем расслабиться. Не можем. Более того, вы знаете, что ожирение, оно как бы вредно для человека. Человек меньше проживет, правильно или нет? Отдышка появляется, тяжело там. Там да даже обувь тяжело одевать. Все это приходит в жизнь современного верующего человека, к сожалению. И я это говорю для того, чтобы мы, как я уже сказал, либо сделали профилактику, если все нормально. Ну, как для машины. Вы же масло меняете, братья, каждые 10 тысяч. Так или нет? Свечи меняете, у кого там есть. Также в духовной жизни нам иногда нужна какая-то профилактика. А если все плохо, значит, надо изменить вот с этого момента. Хочу прочитать из книги притчи, 30 глава, слова Агура. Это имя переводится как «запасливый». «Запасливый». Мне нравится это имя, очень хорошее. Правда? Агур. Я специально посмотрел в словаре, что означает его имя.
Мне интересно просто стало. Притчи, 30 глава. С 7 стиха по 9. Слышите, с 7 по 9, 30 глава. «Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня. Нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся от тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы обеднев не стал красть, употребляя имя Бога моего в суе». Амин. Мне нравится, что эти слова говорит запасливый человек. Иногда думают, что если запасливый, то жадный. Ничего подобного. Запасливый просто. То есть этот человек, вы же знаете, да, в иврите каждое имя, оно как бы дает характеристику личности. И особенно в древнем мире это имело огромное значение, какое имя носит человек. И одежда человека тоже олицетворяла собой личность того, кто ее носит. Именно поэтому Давид испытывал сильные угрызения, когда отрезал край одежды у Саула. Он как будто его ранил. Так вот, Агур говорит: «Две вещи я тебя прошу, прежде нежели умру». Понимаете, да? Он говорит, вот этот путь жизненный, две вещи мне надо. Вы вообще представляете себе, до какой степени сконцентрировался этот человек на размышлениях о Господе, чтобы понять, что для того, чтобы прожить ему качественную жизнь в Боге, ему надо только две вещи. Чтобы подальше от него была суета и ложь, и чтобы не было богатства и нищеты. Все. Он как будто бы вывел такую, вот знаете, золотую аксиому. Я думаю, нам надо вооружиться этими словами. Этой мыслью, чтобы суеты не было в нашей жизни. Ну, чего суетиться? Писание говорит, ты даже не можешь добавить себе роста на один локоть. Все в руках Творца. Но это не значит, мы отдельно об этом долго говорили, что человек должен бездействовать. Верующий, настоящий верующий, он трудится, он работает или учится, он печется о доме своем, о семье. Если нет, он будет хуже, чем неверующий. Правильно? Так говорит Писание. И наш запасливый брат говорит нам, что для того, чтобы прожить на этой земле, не нужно быть супербогатым и не нужно быть нищим. Должен быть обычный, нормальный, средний какой-то уровень. От чего он зависит? Он зависит от того, насколько правильно мы построим наши отношения с Богом. Он будет устраивать твою жизнь. Если на это рабочее место будет 100 человек конкурс, а у тебя хорошие отношения с отцом, он тебя туда устроит, причем не по блату. Ему блат не нужен, ну, знакомство-то. Просто возьмут тебя. В моей жизни такое было, реально. Было. И мне работа нужна была вот так. Мы только в Израиль приехали. Я позвонил, мне говорят, да, приезжай. Я приехал, трубу заварил на тест, номер Теудадзеута и уехал. Мне говорят, мы тебе позвоним. А потом меня просветили. Если в Израиле тебе говорят, мы тебе позвоним, что это значит? Это значит, что тебя не взяли на работу. Видите, все вы знаете про это. А я что этого не знаю. Поэтому молился. Больше того, я домой пришел, Ира мне говорит, ну как? Я говорю, Ира, я бы себя на работу не взял. Вот я оценил так. И я потом, и мне потом позвонили через 2 недели. 2 недели. Я когда пришел, меня одного взяли на это место. Один я зашел на проект. Вот такая гора наваренных этих труб с номерами Теудадзеутов. Там каждый день по 5-7 человек. Меня взяли почему-то одного. Бог
Он же Бог всемогущий, вы понимаете? Но это не значит, что мы к Нему приходим как в дом подарков или как Он нам что-то должен. Мы просто должны понимать, кто наш Отец. И если мы делаем честно все и делаем до конца, Он свою часть тоже приложит. Упование на Бога, этому учит вся Нагорная проповедь, ну, часть Нагорной проповеди, Новый Завет. И здесь тоже Священное Писание нас учит тому же самому. Как сохраниться от вот этого ожирения? Как предостеречь себя? Есть очень хорошее средство – соль. И я сейчас говорю не просто посолить жир или посолить мясо. Вы знаете, соль, она дезинфицирует, да? Соль предохраняет от гниения. Это консервант такой вот, природный. И если мы нашего внутреннего человека будем постоянно осаливать, а? Я вот рыбу солю, когда соль насыпал, положил ее, насыпал сверху, вовнутрь, везде, так, положил плату и груз поставил. И вот все нормально так. Что так руками могу чуть. Ставишь холодильник. День-два проходит, смотришь. Через неделю, вообще вот так уже, садится полностью. То есть соль, пропитывая вот рыбу жирную, да, вытесняет оттуда воду, все ненужное как бы. У тебя остается, и потом ты когда это посушил, все, уже там жара, не жара на улице, у тебя не портится продукт, правильно или нет? Ну, все это знают. Наш внутренний человек, извините за такое сравнение, должен быть как хорошая вяленая такая рыба. Или мясо вяленое. Плохо, когда ни рыба, ни мясо. Лучше или мясо вяленое, или рыба, ну что-то должно быть вяленое. А когда ни мясо, ни рыба, вообще плохо. Ну, это пример такой. Смысл в чем? В том, чтобы там не осталось ничего, что может испортить нас. И соль помогает нам выгнать из тела, да, все то, что может испортить его. Поэтому я хочу немножко про соль. От Луки, 14 глава. От Луки, 14 глава. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем ее исправить? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит. Уши есть у нас, друзья? Тогда слухайте. Ушами. Понимаете, соль – добрая вещь. Мы недавно смеялись, это вот Миша мне. В миру что говорят? Соль – белая смерть. Слышали такое? Ну, там диета всякая такая, ерунда вот эта. А Библия говорит, соль – добрая вещь. Разницу чувствуете? Поэтому не спешите там пользоваться поговорками этого мира. Они все хотят переделать. Нам без соли никак нельзя. Добрая вещь. Она добро делает в нашей жизни. И написано, кто имеет уши, слышать, да слышит. Тут имеется в виду не соль, которая на столе. Просто это тот продукт, который мы очень хорошо знаем и понимаем, как он работает в физическом мире. И тогда Господь говорит, послушайте, соль – добрая вещь. Если вы это услышите и сумеете запараллелить со своим внутренним человеком, это вам поможет. У соли есть сила. Тут так написано, что если соль потеряет силу, а в чем сила соли? В том,
том, что она соленая, да? У меня не химическое образование, но мы понимаем, это минерал, у которого есть определенные свойства, и эти свойства являются сильной стороной этого минерала, который воздействует на органику совершенно определенным образом. А поскольку человек является как органическим, так и духовным существом, то внутренний наш человек должен понять, что та соль, о которой говорит Господь, должна подействовать, повлиять на моего внутреннего человека. И он говорит, вы соль земли. Ну, в принципе, я вам скажу, вот, когда Иешуа это говорил евреям, он же тут это говорил, он же не выходил за пределы Израиля, то имелось в виду «вемелахаарец» – это вот для всего еврейского народа, те, кто уверовали, это соль. Потому что соли всегда по объему надо меньше, чем продукта другого. Понимаете? Очень похоже на избранный остаток, благодаря которому сохраняется целое. И вы свет, он говорит. Вы соль и вы свет. Так вот, мы соль для нашего еврейского народа и свет для всех остальных народов, вот этих 70. И это полностью соединяется с общей библейской концепцией и с концепцией танахической, когда Господь говорит «Атем тию ор легоим» – «Вы будете светом для других народов». То же самое говорит Иешуа в контексте иудейского вот, понимания этих вещей, а не в контексте понимания уже как бы современных протестантских общин. Теоретически можно это перенести все и дальше, но в основе своей такой смысл. Соль имеет силу, и поэтому нельзя нам терять эту силу, если мы соль. Если в нас не останется силы, которой обладает соль, мы ни на что не годимся, друзья. Выбросить остается и все. Даже в навоз не годится. Оно там не нужно. И последний стих, который я хочу зачитать и показать, что в этом есть очень большая сила. Книга Левит, 2 глава, 13 стих. Левит, 2 глава, 13 стих. «Всякое приношение твое хлебное солью, соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль». Аминь. Давайте вдумаемся. Когда мы хотим сказать, в чем смысл чего-то, мы же говорим, в чем соль, правда? И здесь тот же принцип. То есть соль – это смысл. И тут так и написано. Не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. Сила верующего человека в том, что мы в завете с Богом. Это соль наша, это сила наша. Завет с Богом. Если бы не завет с Богом, мы тогда ничем не отличаемся от тех, кто не в завете. Но они не являются солью, а мы являемся солью. Поэтому, если человек теряет силу, это значит, что он теряет завет с Богом. Это не в том смысле, что он потеряет спасение. Я говорю о том, что сила уходит. Ослабевается как бы этот завет, понимаете? Становится менее и менее сильным в нашей жизни, в жизни конкретно взятого одного верующего. И он не способен осолить уже определенный объем тела. Он сам себя уже осолить не способен.
потерял соль завета. Я вначале сказал, что Бог в основу наших с Ним отношений положил в жертву Сына Своего. А здесь написано, что при каждой твоей жертве должна быть соль. И не оставляй жертвы твоей без соли. Скажите сегодня, что является жертвой новозаветнего верующего человека? Кто? Иешуа. Об этом учат во всех учебных заведениях. Иешуа – это наша жертва. Так или нет? Так я хочу сказать, если жертва есть, вопрос, а где твоя соль к этой жертве? От тебя нужна пригоршня только лишь соли, завета твоего с Богом. Все остальное дал уже Творец. И здесь в книге Левит он говорит, каждое твое приношение. Когда мы приходим в собрание, друзья, разве мы не приносим жертву хвалы? Разве не приносим мы жертву молитвы? Жертву общения братского? Мы сейчас вот закончим, помолимся. Как всегда, мы накроем столы. У нас на столах находится жертва братского общения. Это то, что мы с вами приносим из дому. Да? Мы не покупаем это на средства общины. Кто что принесет? Так вот, это должно быть осолено. Это должно иметь смысл. Не потому, что там завет с Богом главный смысл. И поэтому все, что от нас требует Бог, чтобы мы не жирели и следили за тем, чтобы внутри нас была соль завета. Каждое наше богослужение. Я не знаю, как другие люди. Правду вам говорю. Мое переживание, человек должен быть готов отдать жизнь за одно только богослужение, за одну встречу с Богом. Пускай говорят обо мне, что хотят. Максималист, радикал, кицуни, там еще кто-то. Не знаю. Я так хочу жить. Понимаете? То педаль до полика. Вот так надо жить для Бога. По максимуму. Мы все время что-то экономим, что-то там пытаемся Вы знаете мою позицию. Только если умер, так ты уже тоже опять на богослужение, только в другом месте. Так или нет? Уже новую песню. Мы тут старые песни, а ты там новую уже поешь. Тоже нормально. Без соли нет вкуса жизни. Знаете, когда я пришел к Богу, мы год прожили с моей женой, мы вот до этого, до покаяния мы прожили 10 лет в браке. И всегда, вот и по сей день, да, мы просто мушлямим. Но когда мы прожили один год, как верующие, мы друг другу признались, что этот год намного лучше, чем те 10 лет. И еще те 3 года, которые мы встречались, на свидания бегали друг к другу. Когда в Боге вообще другой какой-то уровень. Отношений, понимания, переживания и даже ощущений на уровне плоти. По-другому все. Просто как будто тебя взяли от земли куда-то. И у меня, это мое личное откровение, так скажем, мое личное переживание, такое пришло понимание. Вот 30 лет я жил до покаяния, и я кушал, мясо, рыбу, хорошие продукты, салаты, там, все, что вы любите, я ел. Но ел без соли. И вдруг кто-то пришел в мою жизнь. Кто-то, это Иешуа, подсказываю, чтобы понятно было. И принес с собой вещество, которого я раньше не знал. И вот он меня застал как раз, когда я только ложкой начал. Он говорит, а подожди чуть-чуть, сейчас. Да я голодный, подожди. Берет вот так, посолил мне, помешал, говорит, а теперь попробуй свою жизнь. И я когда попробовал, просто глаза открылись, так это полнота пришла.
Сестры, вот я узнавал, они даже в торт бросают соль. Вы понимаете? Нина, ты не бросаешь соль в торт? Большая ошибка. Большущая ошибка. Все рецепты кулинарные я проверял. Я вам серьезно говорю. В кофе бросаю. Да. Вот Вальдемар уверен, что она правильно делает. Понятно. Ну, я вам советую начать потихоньку увеличивать дозу. Как это делать, ты хорошо знаешь и без меня. Мы же говорили, что человек должен помнить, откуда вывел его Бог. Соль добавляется даже в кондитерские изделия. Потому что соль дает полноту. Когда в нашу жизнь приходит Господь, Он приходит с солью завета. И вот мое переживание, 30 лет я ел свою жизнь, кушал, правильно? Она же насыщала меня в тех и иных областях. Но когда посолил ее Господь, о, я не могу теперь отказаться от этой приправы. Я хочу питаться, и чтобы на столе была соль, и чтобы в еде тоже была соль. Она оттеняет каждый продукт. И когда хороший повар готовит, и ты кушаешь, ты ощущаешь даже вот букет этих каких-то, да, соединений, знают, как правильно соединить блюда, разные там ингредиенты. Но возьми все это, сделай и не посоли. Кто будет это есть? Да лучше хлеба кусок и чашка чая. Так или нет? Но с солью. Понимаете, малая вещь такая, но какая важная, друзья. Точно так же в духовной жизни нам крайне необходима соль завета. И мы должны жить осоленные этим заветом. И тогда мы не будем жиреть. Пусть Бог благословит, чтобы на нашей жертве действительно всегда была соль. Амен. Отец, мы искренне благодарим Тебя и славим. Мы благодарим Тебя за то, что Ты говоришь нашему сердцу, за то, что Ты питаешь нас, учишь нас, одеваешь, греешь, заботишься. Благодарим Тебя за то, что Слово Твое, оно живое и действенное, и оно присутствует в нашей жизни. Благослови каждого из нас и помоги нам верой растворить это слово, чтобы оно реально начало работать в жизни каждого нашего верующего человека, всех, кто находится здесь в зале, и те, кого нет сегодня здесь. Господь, благослови чудесным образом, чтобы начал работать этот принцип осоленной жизни – в Твоем завете. Молю Тебя искренне и с верой во имя Иешуа Мессии. Амен. Я также молю Тебя, мой Бог, за пожертвования и приношения, которые сегодня мы принесли в Дом Твой. Благослови руку дающую в 30, 60, 100, тысячи крат и более того, так, как хочешь этого Ты. Благослови, чтобы дома наши всегда были полны хлеба духовного и обычного, чтобы всегда могли это разделить с нуждающимся. Дай мудрости правильно распорядиться этими финансами. Прими из наших рук наши благодарения, пожертвования, приношения и десятины. И пусть через это прославится имя Твое в земле обетованной и за ее пределами также. Молю Тебя с верой. Во имя Иешуа Мессии. Аминь.